кожний год у калядні святи вспоминають історію об народженні Ісуса Христа. А ось такі спектаклі у класичних батлічних традиціях многі з глядачів бачать у першиню. Гэта прем'єра – вынік працы людзей неабыякавых да творчасці наших продкаў. Ідэя адраджэння старажытнага тэатра лялек, батлейкі на берасцейскай зямлі належыць Ларысі Быцко, гаспадыні аграсядзібы Стулы, што называецца захварэла гэтым сама і заразіла іншых. Патрымаў яе аднадумец, муж Александр Быцко. Мы хочам, каб да нас прыязджалі людзі, і каб знайоміліся ось з беларускім, з беларускай традыцыяй, беларускай батлейкай. Гэта ўсё маленькія старонкі нашага жыцця. Ось калі ты бачыш вочы людзей, якія здесь прыехалі да нас, то разумееш, што гэта не так усё проста. Што ў сэрцах гэта адражаецца, мае і выклік, станоўчы выклік. Гэта мы адчулі ўсім сэрцам. Не засталіся ў баку і народныя майстры грамадскага аб'яднання аматараў мастацтваў Тур. Некалькі месяцаў над стварэннем батлейкі працавалі разьбяры па дрэве, майстры па саломапляценні, роспісу па шкле. Адчуваеш задавальненне ад зробленай працы, ад таго, што мы рабілі. І самому было цікава, як то ўсё будзе выглядаць. Просто дух захватило. Я даже не верила, что это мое тут чего-то. Думала, хтось тут і другі робив, а не я. Придумали колективно і так толокою зробили. Такий був якби навіть не планований сценарій, але так вийшло натурально, він мені цікаво. Бо кожний від серця підійшов до цієї справи, ну, серйозно, і вийшли серйозний твор вийшов. Подтримали авторов проекта и профессийные лялечники. Они, вот я говорю, не профессиональные актеры, но они настолько вошли в роли в свои, настолько перевоплотились, что ну, я им поставила бы высшую оценку. Я участвовала как режиссер в этом спектакле, то есть помогала им. Ну, там сильно много, там я, как говорится, не вносила своих предложений, но все равно. И я считаю, что они справились с задачей. У гэтых месцах у вёсцы Стойлы Пружанскага района, дзе жыў і тварыў самабытны майстар Мікалай Тарасюк, не раз праходзілі майстар-класы па традыцыйных рамёствах, але гэтае прадстаўленне было асаблівым. Я думаю, што гэта вельмі такое, ну, на ўсё жыццё будзе ўспамін, як там всё зложыцца далей з батлейкай і з лёсам, але, ну, мы захапіліся. Я перачытала вялікую колькасць літаратуры, пераглядзела вялікую колькасць батлеек, ну, мне гэта просто стала вельмі цікава. Вечер незвычайный и чаровный. Так говорят все, кто собрался на премьеру. Может, тому, что люди, которые его организовывали, были объединены агульной идеей и разумели. И они отражают социально-культурный пласт народной творчести. Такий настрой некої таємничості, некої урочистості опанував і всіх присутніх. І я, як твоє дитя малое, радовалася у душі і з некими слізьми на очах, бо це було моє дитинство. Творчість, коли вона така, справжня творчість, а тим більше творчість, яка звернута до наших коренів, до нашої історії, це завжди цуд, це завжди ну, ніяка чара, казка, народження чого-то того, що ми, може бути, згубили, забили, стратили, і сьогодні хочемо вернути, бо без цього немогчимий наш шлях наперед. Тому, напевно, это приваблюет. Народжение Иисуса. Первый спектакль у репертуара батлейки. Але, спадзяюцца яе авторы, протяг обовязково будет. А покуль калядные представления будут исти у весь калядный цикл до самого Вадохрыша. Цудоўны час зімовых святаў. Ён бы не быў такім незвычайным і яркім без навагодніх атрыбутаў, ёлкі, цацак і ўсяго, што стварае настрой, і, вядома, без сніжынак. А гэты сімвал вечнасці прыроды увасаблялі ў паперы яшчэ нашы прабабулі, і не кожны з нас задумаўся аб паходжанні гэтых папяровых упрыгожванняў. Это разновидность ветинанки и та, которая
в общем-то, связывает нас с теми поколениями. Через бабушек, через детские садочки, наверное, все вырезали в начальной школе. Вот этот вид вытянанки, он остался единственным связующим звеном вот от той старой вытянанки, которая, по сути дела, уже утеряла, наверное, свои корни где-то, наверное. А вот снежиночка осталась. Снежиночка осталась, и мы можем сейчас вот на примере снежинки возрождать и фиранку, которая до 70-х, наверное, лет еще все-таки была в Беларуси. Белорусы стали украшать жилище вообще после того, как стали топить избу по-белому. Белорусская культура, она вообще построена на поиске красоты в простоте. Нет у нас вот сложных витиеватостей, нет сложных каких-то замысловатых узоров. Простой мотив, повторяясь метрически, ритмически много раз, складывается в красивый узор. Итак, вытянаночки, когда мы посмотрим, ведь это же ничего сложного. Треугольники большие, маленькие, чуть сложнее треугольники складываются в ломаные линии. Но за счет того, что мы много раз это все складываем, вырезали-то один раз, а развернули, удивились, как это хорошо, потому как это, как в калейдоскопе, все развернулось, и получился у нас орнамент в круге. Проникновение одного искусства в другое было обязательно. И роспись по дереву, и резьба по дереву тоже идет, геометрический мотив. Поэтому часто вот эта колядная зорочка, или кветочка, мы видим, она очень похожа на вырезку из бумаги. Изначально все-таки вырезали по дереву, а затем уже эти мотивы, они каким-то образом, они все-таки перекликаются и внедряются в другой материал. И, конечно, они похожи, свой стиль выработался уже, но... Вот семейный праздник, садимся вместе, вырезаем каждый свою снежинку. Есть бумага у всех, мы это можем все буквально сделать. Можно сделать из соломы. Соломенные игрушечки, они абсолютно, мне кажется, вот символ Беларуси – это вот соломенные изделия. Так как белорусы умеют подвергать художественной, технологической обработке солому с лаковых, ну точно ни один народ так не сделал в таком широком диапазоне и сами изделия, и технологии. Взять елочку, нарядить ее соломенными игрушечками, ведь это просто соломинки. И у нас получается замечательное украшение, которое тоже можно делать все вместе. Нам порой так не хватает единения. Вот семья, она, это такой очень скрытый цельный организм. Мы порой разобщаемся. А ведь что людей сближает? Совместная работа, творческая работа, песня, стихотворение, книгу читает. Вот кто-то читает книгу, и в это время происходит вот это процесс творчества. А ведь можно зажечь свечи, можно включить музыку. И вот мы, впитывая вот эту культуру, передаем вот эти традиции от поколения к поколению, сохраняем их, что очень важно. И мне кажется, это очень нужно, это не хватает, и это крайне полезно для наших людей. Осіна зусім блізка, новогодня казка. За генчиками криштальної мелодії, ёлкой і Дедом Морозом. А хто ще може виконати наші жадання? Відомо, гэты дзіўний дзядуля з белой бородой. І зусім не важно, колькі нам гадоў. У цуд вельмі хочеться верити. Это і є перший Дед Мороз, который появился в моей жизни. Самое удивительное, что это Дед Мороз, это наши брестские фабрики сувениров. Вот они продавались в таких коробках, это конец 50-60-е годы. Он очень красивый, но у нас долгое время стоял под елкой, причем он все время стоял под елкой и у нас, и потом у меня уже дочка родилась, он всегда стоит у нас под елкой, приносит нам подарочки, исполняет желания. Вот он самый первый дедушка, который, наверное, вот подтолкнул ко всему остальному. Казачная краіна, дзе жывуць сотні дзядоў Марозаў, размяшаецца ў адным з пакояў Ганы Кавалёвай. Яны вельмі камфортна адчуваюць сябе тут не толькі ў зімовыя святы, але і ў гарачы летні дні. Я всегда люблю, до сих пор я люблю сказки, я верю в сказки. Особенно вот наши русские народные сказки, они очень хорошие, интересные, добрые.
и познавательные заодно. Они всегда учат чему-то хорошему, всегда учат, что надо помогать другим. То есть, ну, это нормальные общечеловеческие ценности, которые описаны в сказках. И поэтому, чем больше мы будем верить в сказки, тем больше добра будет на земле. А Дед Мороз – это один из тех сказочных персонажей, который в первую очередь несет добро, тепло, радость. И если ты сделаешь человеку что-то хорошее, тот же подарок, какое-то добро, и тебе оно же вернется. Вот и Дед Мороз это мучит, поэтому без него никак. Захотілося просто затриматися у касці після Нового року. Ось і почали з'являтися 5 років тому різні чаровні дядулі. Сьогодні про кожного яна може розказати шмат цікавого. Мало того, яна й у твар всіх ведає і може визначити, у яким місті кожний дядуля з'явився. Каждый художник каждого города свою індивідуальність проявляє. Вот, допустим, вот Горьковський Дед Мороз, вот Дед Мороз, вот. Вот. Они, во-первых, такие очень интересные на взгляд, а во-вторых, у них очень интересная форма шубы. Они обязательно должны быть оторочены именно каракулем. Это только Горьковский. Калинин очень интересный Дед Мороз. Вот здесь у меня на полочке, вот кроме этого, это вот стоят калининский Дед Мороз и Снегурочки. Но вот что интересно, что вот именно калининские, они такие очень серьезные, строгие такие, суровые даже, можно сказать. Вот в отличие от других, именно такой вот строгий-строгий начальник какой-то. Вот. Там это в стихах «Мороз воевода дозором, а поэт владения свои». А вот ярославские, они наоборот, они такие очень миленькие, добрые, озорные. Вот у них у всех, вот здесь вот можно посмотреть, они у всех такие вот озорные-озорные. Вот такое ощущение, что вот он что-то такое сейчас вот придумал, вот сейчас такое что-нибудь, какую-нибудь такую интересную шутку вот сделает. Вот у меня стоят вот здесь вот ровенские все. Вот это вот все Дед Мороз и Снегурочки ровенской фабрики, города Ровно. Они такие вот, как вот говорят, Дед Мороз, красный нос. То есть такой хороший, добротный, замороженный уже, с хорошим таким красным носом. Здесь вот у меня Дед Мороз, это Донецк. Вот мне не очень нравятся Дед Морозы Донецкой фабрики, вот эти внизу. У них очень благородные лица такие, можно сказать, аристократические, такие с умными глазами. Такой классический Дед Мороз, который благородный, очень знает. Не просто так, что он либо злой, либо сильно веселый, а такой вот как бы все, все в норме у него, очень интересный. Дядулі, каже Ганна Піліповна, бувають зовсім різні. Особливо ті, які народилися у часи Совєтського Союзу. Ще до середини 70-х теж робились ігрушки з пап'є-маше. Вот. А потом, я говорю, потом уже пошло поточное производство. Именно вот ручная работа, в чем чувствовалась вот душа самого мастера. Потому что ну, делать игрушки или делать Дед Морозов, Снегурочек с плохим настроением или с плохим каким-то, как мы говорим сейчас, аурой, ну это просто нереально, это просто невозможно. Уже какой-то да получится Дед Мороз. Злой, сердитый, это уже не Дед Мороз, а какой-то будет страшилка. Снегурочки из папье-маше, они все-таки более индивидуальны, потому что их и раскрасывали вручную, и пока клеишь где-то что-то. Посмотрите, вот эти вот все снегурочки, они такие вот, действительно, как внучки, то есть они детские такие. А вот уже вот это ковельские снегурочки, это уже 70-й год, это уже поточное производство, это пластик. Форма лица одна и та же. Ну уже да, уже где-то старались художники раскрасить по-разному, но все равно они такие уже более, как сказать, не такие, может быть, одухотворенные, будем говорить так. У кожного експоната Гани Ковальової своя історія з'явлення у дружній колекційній сім'ї і своя біографія. Причому тут не тільки дядулі Морози, є і снігурки, і сніговики. Словом, усі, без кого Новий год не може обійтися. Дуже був цікавий Дід Мороз, якого мені прислали ось цей. Тут вже йде у нас пап'є-маше. Він... Видно по внутренности, что там уже картон очень-очень старый. Плюс ко всему он больше похож не на Деда Мороза, а на Санта-Клауса. Вот. Ну и вид такой, как бы, ну, как мы говорим, не наш, не славянский. Вот. И потом выяснилось, что все-таки Новый год к нам пришел где-то чуть больше 200 лет. И он пришел из Германии, потому что там отмечали Новый год, а у нас еще как бы больше отмечали Рождество. И вот потом императрица вела правила у себя в императорском дворце, отвечаем, что она сама была немка, и она как бы вот хотела себя в России уже вспомнить детство. Вот. И эти вот Дед Мороз, он как бы подражание именно немецкому Дед Морозу. Оказывается, новогодние атрибуты по призначению могут быть зусім розными, навод коли и выглядают однольково. Ну вот интересно, Дед Морозу, вот мне нравятся вот эти вот штофы. Это все, все штофы, которые можно в них налить компот, вино на Новый год, ну и кто что хочет. Вот. То есть это
Разных, конечно, фабрик тоже, но все неинтересны. Это получается как и статуэтка, украшение, и заодно пользу на стол поставить, тоже очень интересно. Вот этот очень мне нравится Дед Мороз, даже он не столько нравится, сколько он мне ценен. Дело в том, что этот Дед Мороз сделан авторски. Этот же Дед Мороз сделан самим автором от начала до конца. И вот здесь, вот если вы видите, клеймо называется «В тесте», то есть клеймо без цвета, оно просто вдавлено в фарфор. Это личное клеймо самого автора. То есть это вот Дед Мороз, который штук, который сделал полностью от начала до конца самим автором. Предметы, из яких складається колекція, казочне. Але все ж таки для Ганни Піліповни, як для кожного колекціонера, такі екземпляри не з'являються по взмаху чарівної палочки. Вот Дед Мороз із пап'є-маше. Известный автор его Разумовский, Лев Разумовский. Это сделан был в Ленинграде еще в 50-х годах, в начале, 56-й год. Он есть в каталоге. И тут у нас в Краеведческом музее несколько лет назад открывается очередной зал выставки. И там у них идет история Бреста и Брещины 50-х годов. У них на витрине стоит такой Дед Мороз. И написано «Цегляный завод», то есть наш нынешний, сегодняшний завод КСМ. То есть это уже явно не папье-маше, это уже гипс. Ну, я, честно говоря, тоже никогда не встречала, и вот и на форумах никто ни разу не говорил, что Дед Мороз Разумовского может быть в гипсе. Ну, у меня слюнки потекли, я себе хочу такого. В результате этим летом я себе нашла гипсового Деда Мороза, такого, какого делали у нас на Брестском КСМ нашем, кирпичном заводе, вот, из гипса. Может быть, взяли матрицу, может, купили, может, делились. Не знаю, пока не знаю, надо искать. Надо копать архивы, копать документы, поднимать какие-то справки. Но это надо время. Так, вот, очень интересная снегурочка с зайцем. Такая очень красивая, гипсовая. Такая нежная, нежная такая вот. Начало 50-х годов. Вот. А сейчас самое удивительное, что появились ее дубликаты. Они более уже современные, сегодняшние, но все равно очень интересные. Вот идемте мы сейчас подойдем опять к фарфору. Уже из гипса ее не делают. И вот смотрите, вот снегурочка, и вот наш оригинал. То есть фарфор ничем не хуже. Ну вот опять вот такие вот появляются повторы. А еще есть вот такие дядуля с внучкой. Дослали из Украины. Идея старая и оригинальная. Парочка очень шикарная. Вот это не валяшки. Мало того, что он не валяшка, он еще музыкальный. Вот. Послушайте, как он звучит. И что интересно, что подобран снегурочка намного нежнее. То есть даже звучание вот музыки идет колокольчиков разное. А вот еще один Дед Мороз. Глина, значит, луковичкой такой, вот как бы непонятно. Дед Мороз, да, ну какой-то такой вот, то ли стилизованный, то ли современный, то ли старый. Ну очень интересный такой вот, маленький, пузатенький, веселенький. Ну, вот тут у меня более как бы современные, старые тоже Дед Морозы, но больше Санта-Клауса. Это вот Святой Николай. Вот здесь что мне понравилось, здесь просто четкая прорисовка всего. Вот настолько сам статуэтка мелкая, вот Мишка в крапинку, прям каждая шерстинка его видно. Мешочек видно прям, фактура ткани, борода. Вот настолько, я говорю, вот мастер в гипсе вот это все прописал. Говорит, вот какая тонкая работа, что она просто потрясает своей красотой. И еще хочу показать, коль мы уже говорим о разных Дед Морозах, тоже как бы разницу. Один из них самый большой в моей коллекции, пенопластовый, и самый маленький. Усе такие розные, але головное, менавіта яны, дедули Морозы з'являються кожный год, каб зробить казку былью. Ну а дорослым нагадать об самом чароўным часе в дзяцінстве. Коли усе заповедные, фантастичные жадания выконывались. Хочу сказать Дед Морозам большое спасибо за то, что они у меня живут, за то, что они меня радуют, потому что сколько я уже себя вот их помню, и да не добавляются, они исполняют все мои желания, помогают осуществлять мои новые планы. Сейчас еще вот напланировала еще много всякого интересного, надеюсь, что они тоже мне помогут. Поэтому, естественно, сказка сбывается. Ну вот в прошлом году я приобрела вот таких Санта-Клаусов. Тоже думаю, что они помогут. Если не они помогут, то вот звон этих вот таких вот замечательных колокольчиков поможет тоже исполняться всем желаниям
И хочу пожелать всем людям в преддверии Нового года, чтобы тоже звон колокольчиков и веселых, и счастливых, и радостный звон детей, и Дед Морозов, и Снегурочек помогали им в следующем году и вообще в жизни жить, радоваться, получать удовольствие, строить новые планы, чтобы они всегда у всех удавались.